Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Россияне, досрочно погасившие ипотеку и потребительские кредиты, получат право вернуть часть уплаченной страховки. Соответствующие изменения в законодательство готовит Минюст России. Как поясняют в министерстве, сейчас в случае досрочного погашения кредита гражданам, как правило, отказывают в возврате части страховой премии. Между тем, в этом случае договор страхования не представляет для заемщика самостоятельной цели, поскольку его заключение было частью сделки по получению кредита. Публичное обсуждение инициативы Минюста продлится до 24 мая. Дайджест недвижимости. В Кировской области следователи возбудили несколько уголовных дел из-за некачественного жилья. Речь идет о предоставлении квартир детям-сиротам в Юрье и о домах для переселенцев из ветхого жилья в Оричевском районе. 4 квартиры для детей-сирот в Юрьянском районе не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким помещениям. Они представляют собой студии без разделения на жилую часть, кухню и прихожую. Кроме того, отсутствует вентиляция, снегодержатели и сливы на крыше дома. Следователи возбудили дело по статье «Халатность». Ущерб от действий должностных лиц администрации района составил почти 3 миллиона рублей. Уголовное дело в Оричевском районе возбуждено по фактам многочисленных обращений в СМИ переселенцев из ветхого жилья в поселке Стрижи. В домах, куда граждан заселили по госпрограмме, тонкие стены, отсутствует шумоизоляция и вентиляция. В квартирах со стен отходит штукатурка. По версии следствия, при принятии объектов в 2015 и 2016 годах администрация Оричевского района не выявила эти недостатки. Следователи проверят правомерность действий должностных лиц, ответственных за приемку жилья, сообщают бизнес-новости в Кирове. Дайджест недвижимости. У деревни Шутовщина Кирово-Чепецкого района появятся земельные участки для многодетных семей. Аукцион на выполнение инженерных изысканий, необходимых для дальнейшего планирования территории вблизи населенного пункта, появился на сайте госзакупок. Участок земли предназначен для индивидуального жилого строительства, уточняет портал Дом-43. Сообщается, что работы необходимы для формирования земельных участков для многодетных семей. Заказчиком выступает региональное министерство строительства и ЖКХ. Начальная, она же максимальная стоимость контракта – 700 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.